Рад доложить, что ситуация в Чернобыле стабилизирована. Радиации, как мне сказали, не больше, чем при рентгене легких. Нет. Такой пожар означает, что радиации почти в два раза больше, чем было в Хиросиме. Он будет гореть и источать яд, пока весь континент не погибнет. Товарищи солдаты, вы должны передвигаться быстро и осторожно. Это самые важные 90 секунд вашей жизни. Будьте здоровы и живите долго. Служу Советскому Союзу! Служу Советскому Союзу! Служу Советскому Союзу! Официальная позиция такова. Всемирная ядерная катастрофа невозможна в Советском Союзе. Чернобыль. В Амедиатеке и на телеканале Амедиа Премиум.